Доброе утро, любимый. Валя, я должен уехать на несколько дней. Если я уйду, то больше никогда не вернусь. Ладя, нет! Ладя! Ладя, нет! Доброе утро, любимый. Валь, мне нужно уехать на несколько дней. Слушай, если я уйду, то... Ладя, нет! Несколько месяцев назад Валентине снился один и тот же кошмарный сон. А совсем недавно события этого сна стали сбываться в реальности. Женщину это очень пугало. Не зная, что делать, она поехала к ясновидящей Раисе в надежде получить совет и помощь. Извините, да? А я заметила, вы совсем не нервничаете. Уже не в первый раз к Раисе приехали. Да вы не волнуйтесь, Раиса всем помогает. Она вот и мне помогла, мужа в семью вернула. Приехала ее поблагодарить. Ой, а я совсем с пустыми руками. Да говорят, Раиса подарки не принимает. Ну, я думаю, мои возьмет. У меня здесь все свое, домашнее. Варенье вот привезла ей. Не волнуйтесь, Раиса обязательно вам поможет. Все хорошо у вас будет. Переживайте. Кто следующий? Я. Пойдемте, Раиса ждет. Рассказывай, что тебе ко мне привело? Мне все время снится один и тот же сон, будто мой любимый мужчина прощается со мной и уходит. Вижу, мужчина этот моложе тебя. Да, на 17 лет. Но мы любим друг друга. Я из-за него даже от мужа ушла. Дочь у нас уже взрослая. Так что вот, с Ладей мы 3 месяца живем. Он и в компании моей работает, и все хорошо. Но вот только кошмары одолели. Один и тот же сон. Это мой самый большой страх потерять Ладю, что он бросит меня или с ним случится что-то. А недавно все было в точности, как во сне. Только во сне Ладя всегда прощается со мной. А наяву я ему договорить не дала. Закричала, и мне плохо стало. Но только теперь я еще больше боюсь его потерять. Ведь сон сбываться начал. Вы можете посмотреть? Нашему счастью с Ладей ничего не угрожает? Слишком много обмана вокруг тебя. Он от меня все будто туманом закрывает. Но одно вижу. Ты на первом свидании с Ладей в зеленом платье была. Примета есть. Если женщина на первую встречу с любимым зеленое наденет, ее легко обмануть можно. Вы хотите сказать, что Ладя меня обманывает? Привези мне вещь Ладе, ту, которую он потеряет. А какую вещь? И потом, если Ладя эту вещь потеряет, то как же я ее привезу? Придет время, и ты все поймешь. А пока возьми этот камушек, положи под подушку. Он заговоренный, и кошмары тебя мучить перестанут. Спасибо. После развода с мужем Валентина купила для них с Ладей новую квартиру. Дочь Валентины осталась жить с отцом. Валентина совсем недавно закончила ремонт в новой квартире и позвала дочь, чтобы та оценила ее усилия. Совсем не убивается. Мы приняли твой выбор. Хотя он нам и кажется не совсем разумным,
Ну, знаешь, дочка, не тебе меня учить. Молодая еще. И отец пусть тебя не настраивает. Мам, да папа про тебя совсем не вспоминает. У него работы сейчас много. У них там... Ой, а у нас на работе такой оврал. Ладечка бедный, так устает, так я его запрягла, что пришлось на неделю в санаторий отправить. А чего же он так устал? Ну, он моя правая рука, вот и перегружен. А ты не ревнуй. А я и не ревную. А тогда почему же вы с ним вместе не уехали? Раз он так устал тебе ассистировать, то тебе это должно быть каково? Да я привыкла уже как лошадь пахать. А мужчины – существа хрупкие. По-моему, он тебя просто водит за нос. А ты ему и веришь. Да никто никого за нос не водит. Просто в отношениях всегда есть место заботе. Да что я тебе говорю? Вот полюбишь по-настоящему и сама все поймешь. Ладя вернулся из санатория, но уже через несколько дней ему снова стало плохо. Валентина была очень обеспокоена его состоянием. Тридцать семь и восемь. Да что ж с тобой такое, Ладечка? Да я не знаю. Наверное, это у меня хроническая усталость. Даже думаю, может, съездить в Сочи. У меня приятель там обещал повозить меня в горы. Сказал, что 3 недели там поживу, и мне живо поставят на ноги. Да, морской горный воздух творит чудеса. То есть ты не против, чтобы я поехал? Ну, конечно, нет. Здоровье важнее всего. Да, но мне так неловко перед тобой. Я же заболел прямо накануне юбилея компании. Да ерунда. А еще я сделал отчет, который ты меня просила, сохранил его на флешку, а флешка куда-то пропала. Я не хочу, чтобы ты думала, что на меня нельзя положиться. Да ничего я не думаю. Найдется твоя флешка. Ну, а если не найдется? Я ведь этот отчет даже на ноутбуке не сохранил, и теперь все заново придется переделывать. Да ничего страшного. Я сама все сделаю. Себе сейчас нужно выздоравливать. Ты у меня такая милая, такая добрая. Я обещаю, что я как поправлюсь, сразу женюсь на тебе. Ладя, какая свадьба? Мне и так хорошо. Мне это не нужно. Ну, я ведь люблю тебя, я хочу, чтобы у нас были дети. А ты знаешь, я не против ни свадьбы, ни деток. Ой. Ладя, что с тобой? Не-не-не, все хорошо, я... Ладя, я просто хочу поспать. Ладя улетел в Сочи. Он писал Валентине каждый день. Несмотря на морской воздух, лучше ему не становилось. И Валентина очень переживала. Юбилей компании Валентина отмечала без него и в душе чувствовала себя одинокой. Поздравляем. Поздравляем. Вы лучший руководитель. Спасибо. Я помню, как мы начинали. Сидели все в одной комнатке, и теперь все по-другому. Бизнес растет. Бизнес растет благодаря вашей отличной работе. Так что сейчас в офис, а после работы всех ждет праздник в ресторане. Ура! Ну все, все работать. Валентин, я знаю, вам сейчас не до чего. Сегодня праздник, и у нас оврал. Но я хотела отпроситься у вас. Куда? У меня тетя заболела, и мне нужно уехать на неделю. На неделю? Так долго? Настя, это мой секретарь, мне без тебя будет трудно. И Ладя еще уехала на лечение. Да? А я и не знала. А куда он? Да к другу в Сочи. Море лечит. Это да. Жаль, у меня нет таких друзей. И тетка не на море, а в Рязани. Ну так что, вы отпустите меня? Я обещаю, я все потом отработаю. Что же мне с тобой делать? Отпущу, конечно. Надеюсь, твоя тетка не так все серьезно. Я тоже. Спасибо, Валентин. После развода Валентина смогла сохранить с мужем дружеские отношения. Павел принял ее выбор и легко отпустил из семьи. Валентина всегда могла обратиться за помощью к Павлу, и он не отказывал ей. За это Валентина была ему очень благодарна. В этот день ей потребовалась помощь с ноутбуком, и Павел приехал, чтобы настроить нужные программы. Ой, спасибо. Мне обычно в этих делах Ладя помогает. Ты же знаешь, я с техникой совершенно не умею обращаться. А сейчас Ладя на лечении, и я как без рук. Надеюсь, ничего серьезного? Да ничего. Расскажи лучше, как Маргоша. Дочка у меня недели уже не была. Да она тебе разве не сказала? Она же уехала с друзьями отдохнуть. На неделю на море.
У одного из ее друзей родственники в Сочи живут. Нет, она мне ничего не рассказывала. Странно. А, вот. Я тебе на всякий случай эту программу на флешку сбросил. Если что, установишь самостоятельно. Подожди. А откуда у тебя эта флешка? Маргоша нашла. Она пустая была. Да это флешка Лади. Как она может быть в Маргоше? Валентина понимала, флешка Лади, которую он потерял, и была тем самым предметом, о котором говорила Раиса. А, мне кажется, у нашей дочери есть парень. Она ходит на свидание? Ну, мне тоже так показалось. Но наша же Маргоша скрытная. Ничего не рассказывает. Надо бы с ней поговорить, когда вернется. Поговори. Ты же мама. Поверить не могу, что моя дочь и Ладя, но ведь все сходится. Правда, Ладя уехал на 3 недели, а Маргоша только на 1, но они оба в Сочи. Маргоша на звонки не отвечает. Написала 1 раз смс-ку, что все в порядке, якобы связь плохо ловит. И Ладя звонит только по вечерам, тоже проблемы со связью. Но он объясняет это тем, что в горах с приятелем. Я, конечно, поговорю с дочкой, прежде чем обвинять, и готова поверить, что все не так, если бы не эта флешка. Павел нашел эту флешку в вещах у Маргоши, а Ладя ее как раз потерял перед отъездом. Да, эта вещь принадлежит Ладе. А дочери ты зря не доверяешь. Она ни при чем. Но ведь у нее как-то оказалась флешка. Как это произошло, я сказать не могу. Вокруг тебя обмана много. И я вижу, не послушаешь ты меня, дочери не поверишь. Запомни, с близкими тебе сейчас ссориться ни в коем случае нельзя. А вещь эту оставь у себя на рабочем столе. Когда ее настоящий хозяин появится, правда и откроется. Спустя 3 дня с отдыха вернулась дочь Валентины. Валентина не стала откладывать разговор с Маргошей и сразу пригласила ее к себе, чтобы наконец все выяснить. Ну и как Сочи? Понравилось? Да, супер. Там у подруги парень живет. Вот он нам предоставил гостевой домик. А тут фото из номера. А это... Это меня на свидание приглашали. И как свидание? Ма, ну что за расспросы? Нормально. Но я твоя мать и хочу знать о твоей жизни немного больше, чем твоей подружке. Ну, классный парень, постарше меня, позвал на свидание, снял номер в отеле в горах и устроил для нас романтический ужин. Теперь зовет в Сочи. Жить? Ну да, на лето. Покажи мне его. У меня нет фото. Ну как это нет? Ну вот так нет. Мы не фоткались. А зачем тебе? Ну, я хочу посмотреть, с кем спит моя дочь. А может быть, это Ладя? Какой Ладя? Мам, ты вообще о чем? Я ни с кем не спала. Не ври мне. Почему у тебя была флешка Лади? Ты спишь с ним. Ты зачем это сделала? Чтобы отомстить мне за отца, да? Какая флешка? Мам, я не понимаю, о чем ты говоришь. И ни с кем я не спала. Ни в Сочи, ни тем более с твоим Ладей. Валентина не поверила словам дочери. Она была уверена, что Маргоша обманывает ее, и поэтому так отреагировала. После ссоры с дочерью Валентина не могла долго заснуть. Женщина была уверена, что ее предали. Но как узнать правду, она не знала. Ладь, ты приехал? Я думала, ты уже не приедешь. Звонила тебе. Валь, ну прости меня, что заставил тебя волноваться. Я очень соскучился и решил приехать пораньше. Вот, сделал тебе сюрприз. А когда ты приехал? Да вчера поздно вечером. Переночевал у друга. Ну, чтоб тебя не будить, а утром первым делом сразу к тебе. Вчера моя дочь тоже из Сочи приехала. Отдыхала с друзьями. Я знаю, ведь мы с ней виделись. Вот как? Ты спал с ней? Валь, ну ты что? Да нет, конечно. Ну, конечно же, я с ней не спал. Мы просто разговаривали. Да Маргарита сама позвонила и первая попросила меня встречи. Что ей тебе было нужно? Она переживает из-за развода родителей, назвала меня Альфонсом и просила, чтобы я оставил тебя в покое. Вот дрянь.
Ладно, Валь, ну не нужно так говорить, но она ребенок, и она действительно считает, что так будет лучше. Так что же это получается? Она хотела так разлучить нас с тобой? Не знаю. Но я ей рассказал о своем намерении жениться на тебе, и Маргарита мне не поверила. Сказала, что докажет тебе, что я не тот, за кого себя выдаю. Сказала, что потребует от тебя, чтобы ты переоформила квартиру, в которой мы с тобой живем, на нее, и что мне ни копейки не достанется. Не могу поверить, что все это сказала моя дочь. Вот это да. Это что же получается, они с моим бывшим мужем боятся, что тебе что-то достанется? Ну, я им устрою, я им сделаю. Я все на тебя переоформлю. Ну, правда, квартира Павла, наверное, не получится. А эту квартиру завтра же займемся с тобой ее переоформлением. Валя, давай не будем горячиться, но мне ведь действительно от тебя ничего не нужно. Да я знаю, любимый, но я им это сделаю назло. Эта квартирка тоже стоит денег. Мы ее переоформим, им ничего не достанется. Маргоша не могла такое придумать, это Павел ее научил. Валя, ну давай не будем о них, но я ведь соскучился по тебе. Новость о том, что дочь пыталась разлучить Валентину с любимым мужчиной, разозлила ее. Она из принципа решила переоформить квартиру на Ладю и уже начала этим заниматься. В этот день Валентине позвонил Павел и попросил о встрече. Ему нужно было о чем-то срочно поговорить с Валентиной. Ой, говори, что хотел. У меня мало времени. Мне нужно буквально 5 минут. Валь. Ты что, серьезно решила переоформить квартиру на своего жениха? Мне звонил семейный адвокат. Уточнял по продаже. А твое какое дело? Эту квартиру я купила сама, когда мы разошлись. Ну, официально-то развод оформили позже. Валь, мне плевать на эту квартиру, я все подпишу. Я просто за тебя переживаю. Я в курсе, что Маргоша хотела, чтобы я эту квартиру переоформила на нее, чтобы доказать, какой Ладе Альфонс. Но это не так. Поймите уже, наконец, мы любим друг друга. Ну а к чему такая спешка? Любите! Пусть он сначала женится на тебе. Это все, что ты хотел сказать? Нет. Маргоша, я за нее очень сильно переживаю. Вы поссорились, а она после этого стала еще более замкнута. Никуда не ходит, сидит у себя в комнате, со мной не разговаривает. Обиделась, значит, что мама пожадничала. Пусть привыкает. Хочет квартиру, пусть работает. Я сама всего добилась. Мы вместе добились. Только не начинай. Мы давно уже в прошлом. Я прошу вас, оставьте меня в покое. А с Маргошей сходи к психологу, ей будет полезно. Мы с Ладей начали готовиться к свадьбе, и вроде бы все хорошо было. Но вдруг Ладя снова стал себя плохо чувствовать. Вечером без сил, утром без сил. Я оформила ему больничный, а сама переживаю, но не может же молодой парень так часто болеть. Может, на нем сглаз или порча? И я читала, такое бывает. А у нас, я думаю, завистников много. Нет на твоем Ладе ни сглаза, ни порчи. Здоров он. Тогда что с ним? Это ты узнаешь завтра. Если придешь на работу, раньше на полчаса. Возьми вещь, которую я велела тебе в офис отнести, и посмотри содержимое. Теперь, когда настоящий хозяин вещи вернулся, тебе есть что там посмотреть. Там ты всю правду и узнаешь. На следующий день, по совету Раисы, Валентина приехала на работу раньше обычного. Но флешки на ее рабочем столе не было. После недолгих поисков Валентина нашла ее у своего секретаря Насти. То, что было на флешке, повергло ее в шок. На фотографиях Ладя и секретарь Валентины Настя были вместе на отдыхе. Что встала? Заходи. Рассказывай, давно ты с ним спишь? Он бы никогда не женился на вас. А на ком? На тебе, что ли? Нет. Мне он не нужен. Ладя не мужик, а самый настоящий Альфонс. А зачем тогда за ним ты поехала в Сочи? Ваш муж меня попросил. Точнее, заплатил мне за это. Заплатил? Для чего? Ничего не понимаю. Ладя
поехал к приятелю в Сочи поправить здоровье. А ты отправилась вслед за ним. Потому что тебе заплатил Павел? Что за бред? Ваш муж вас очень сильно любит. А мне нужны деньги. У меня действительно тетка серьезно больна. А Ладя ездил в Сочи не к приятелю. У него там семья. Я понимаю, вы, конечно, этого знать не могли, но мне он рассказывал. Уехал он туда, потому что его от вас тошнило. Но при этом был с вами, потому что вы полностью обеспечивали его. Еще он хотел, чтобы вы переоформили на него квартиру. То есть ты хочешь сказать, что Ладя меня использовал? Да. И когда Ладя был в Сочи, так случайно сложилось, что ваша дочь тоже оказалась там. Они случайно встретились, и Ладе пришла в голову идея выставить все так, якобы Маргоша хочет вас с ним разлучить и требует переоформить квартиру на нее. Вы разозлились на дочь и, назло ей, переоформили квартиру на Ладе. Но только он не учел, что квартиру вы купили, будучи в браке с Павлом. Ну, допустим. А ты-то откуда все знаешь? Ваш муж заплатил мне за то, чтобы я поехала в Сочи к Ладе. Моя задача была соблазнить его. Мы встретились в кафе, изрядно выпили, а потом я пригласила его в свой номер. И там мы сделали эту фотографию. Я должна была отправить ее вам на почту, а перед этим я планировала уволиться. Ну, вы меня опередили. Не думала, что вы возьмете флешку. А еще у меня есть запись нашего разговора. Если не верите мне, послушайте. Через час я вернусь. Надеюсь, тебя здесь больше не увидеть. Заявление оставь на моем столе. А с Ладей я сама решу. После разговора с Настей Валентина поняла, что Ладя был с ней только из-за денег. Впервые за долгое время Валентине стало стыдно перед бывшим мужем и дочерью. Неожиданно для Валентины ноги сами привели ее к квартире Павла. Не ожидал тебя увидеть. Чем обязан? Вы с Маргошей были правы. Ладя меня использовал. Может быть, мы не будем стоять в дверях? Проходи, поговори, Маргоша там. Валентина извинилась перед Павлом и дочерью. С Ладей Валентине поговорить не удалось. Он забрал свои вещи и отключил телефон. Сейчас Валентина живет в своей квартире. Если женщина на первую встречу с мужчиной зеленое платье наденет, ее легко обмануть можно. Такая примета. –